Привет, зритель. Как я поняла, пустых баночек в мае не было, поэтому у меня тут пустые баночки май-июнь, июль-август. Прям как мир тут май-июнь-июль-август. Их на самом деле не очень много, но я решила все-таки записать обзор, чтобы у меня поменьше барахла было. Ну и там что-то уже заждался этих баночек. Beer Best Line. Может, она не совсем уходовая баночка, но все же пустая. Ну, чтобы было побольше пустых баночек. Так, это что вообще? Универсальный кислородный пятновыводитель. Может быть, именно им я чайник свой драйла, который стеклянный, и в котором я чай завариваю себе. И сейчас там черный чай заварен. Индийский среднелистовой. Шорт ему вроде был посвящен. Короче, в общем, ну... Какие-то пятна он не отстирывает ни хрена. А что-то делает очень даже хорошо. Я его последний раз добавляла к порошку стиральному, и что-то он мне даже очень хорошо отбелил и отстирал. У меня есть такая аленовая кофточка, которую я в 2019 году еще покупала перед тем, как поехать в Абхазию. В этом году не знаю, куда-нибудь я поеду или нет. Меня вроде как близкий родственник агитировал взять тур на одного, даже выходного дня на теплоходе куда-нибудь, но что-то я пока даже не смотрела ничего. Короче говоря, у меня вот там были, в общем, вот здесь вот как бы серое такое, и пот, и просто что-то, пятнышки какие-то, она такая белая, аленовая, на ней какой-то рисунок. И вот добавляла к порошку эковаш, вот эту хренотень, и все отлично у меня стиралось. Но что-то вот он не взял, а что-то очень даже хорошо. Вот это вообще это гель, у него крышечка была другая, но я его еще использовала немножко как жидкое мыло, там чуть-чуть оставалось, и он такой вкусный. Обалденно, это подарок от подписчицы Лёлечки, по-моему, с прошлогодней ее посылки. Avon Senses, романтический рассвет, крем-гель для душа с ароматом розы и амбры, с натуральными экстрактами. Упаковка подходит для переработки 250 мл. Мне очень нравятся дозаторы у Avon, и вот от мыла жидкого я перестала его на гель для душа, и удобнее дозировать, чем, допустим, просто крышечку открывать. Хорошая штука, мне понравилась. Мне что-то вообще нравятся гели для душа от Avon. Это у нас бальзам Ботавика, натуральный балансирующий бальзам для гладкости и блеска всех типов волос. У меня есть на него отзыв на рекоменд. Я оставлю ссылочку в инфобоксе в закрепленном комментарии, если интересно, можете почитать. Лавли Сенс тоник гиалуроновый для лица. Он увлажнял, тонизировал, освежал, останавливал гидробаланс, нормализовал pH баланс для всех типов кожи на основе очищенной воды. Очень классный тоник, он хорошо был сам по себе, или, допустим, после него было классно наносить какую-нибудь увлажняющую сыворотку от того же Skin Probiotic, или Лалиф, или Detox. В общем, как-то он... Вроде как было заявлено, что он... Где там было что-то заявлено, что он помогает лучше впитывать в кожу то, что ее увлажняет. У меня есть отзыв на рекоменд на него. Хороший бюджетный тоник, что-то около 400 с лишним рублей стоил. И довольно экономичный. У меня закончились душки. Avon Summer White Sunrise. Я так поняла, что это у Avon снятость, потому что я нигде ни на Озон, ни на Вайбрис вообще не нашла. Мне очень нравится, у меня это второй флакончик. Сейчас он передает его как синий. Видимо, у меня что-то свет... Ну, настройки света сбросились. На самом деле это... Ну, по крайней мере, мне вот мой... Планшет передает его как синий, он фиолетовый, такой светло-фиолетовый. Вот у меня ванильный аромат сочетается со светло-фиолетовым цветом. И, в общем, очень мне нравится вот эта ванилька. У меня была она, не помню, кто дарил, или я сама покупала. А потом кто-то из вас, ребята, дарил, поменяшки, просто дарил, фиг знает, может, просто дарил. Короче, мне очень нравится. Ребята, если у кого-то есть такие духи, вам не очень нравятся, и вы не знаете, куда девать, и вы можете послать почтой России или еще какой-то почтой, которая до России доходит, я буду вам очень признательна. Очень мне нравится такой аромат, но, к сожалению, закончился. Ванильный Avon Summer White Sunrise. У меня тут еще что-то закончилось. Вот, по-моему, вот этот-то я видела, продается на Озоне, на Вайберсе. Avon Summer White Rio. Это подарок от Лёлечки, кажется. Сначала у меня стоял как-то не то, не сё, а потом так зашел. Он какой-то и пахнет какими-то такими цитрусами, не цитрусами даже, как она называется, тропические фрукты, да? Ананас и что-то такое. Может, ананас и манго, может, просто ананас. Очень классно, мне понравился. Спасибо, Лёлечка.
Мне очень нравятся вот эти линейки Summer White. И Summer White у меня просто есть где-то. Что у меня тут? У меня закончился лак, он высох. Я, по-моему, когда-то на Алике что-то заказывала, и мне бонусом продавец положил такой лак. А может быть, сама этот лак заказывала. Он отпрыснул и высох. Я вообще про него забыла. Но он наполовину использовался. Так, что у меня тут? На нее есть отзыв на Арекоменд. Это Аквабиолис, крымские травы. Сделана в Крыму. Биоактивная зубная паста. Вытяжка из целебной грязи Сакского озера. Если вы смотрели мой уход на сентябрь, он выйдет чуть раньше, чем вот это. Но чуть позже, чем парфюм, потому что парфюм уже грузится в формате шорт с телефона. Монтаж, на который я сделаю на днях, но обзор на него есть уже на реке. Короче говоря, она немножко погуще, чем паста, допустим, от Elbe Silk. Но немножко пожиже, чем обычные такие пасты. Вот обычные такие русские пасты, там, допустим, корейские пасты, азиатские пасты, еще какие-то пасты. Но неплохая зубная паста. Новые зубы, не сказать, что выросли, хотя у меня в какой-то момент на 1.5 миллиметра вырос кусочек зуба вот здесь, немолочного. Но и старые не выпали. Без тора. Хорошая зубная паста. В общем, я ссылочку оставлю на отзыв на нее, на рекоменд. Можете почитать. По-моему, покупала на Вайберс. Так, у меня тут масочка закончилась. Что, и все, что ли? Да, все, все. Вот это, кстати, я не знаю, девочка Вика меня еще смотрит или нет, но это вот ее подарочек в 2018 году. Вика Ко вроде у них был. И эта сумочка все еще жива. С кошечками Шоппер. Короче, масочка. Витаминная маска. Маска с витаминами. Биоаква. Мне понравилось. Мне очень нравится косметика Биоаква. Кстати, благодаря вам, кому-то из вас, ребята, я ее открыла. Кто-то из вас мне что-то дарил. Потом я уже сама покупала. Это покупала набором на Озон. В подарок родственникам, ну, близкому родственнику, может быть, сестрам и себе. И вот мне очень понравились вот эти масочки. Мне кажется, даже какой-то отзыв на Арике писала. Либо на эту упаковку, либо на синюю упаковку. Хорошая масочка, хорошо увлажняет. Я сейчас хотела масочку на лицо нанести, полежать немножко, а потом видео записать. Стала вспоминать, где у меня эти масочки, поняла, что я что-то как-то так отвыкла от своей квартиры. А чё, где чё лежит. Что поняла, что легче записать видео без масочки, потому что пока ее найду, уже, ну, может, уже вечер будет. Всем спасибо за просмотр. Если вы что-то из этого пользовали, у меня тут кошка, она какая-то очень странная с моего приезда из деревни. Она, по-моему, тоже отвыкла от города. У меня еще был момент, что я поверила уже, что эта кошка решила, что мы живем в деревне, и вот, ну, она может там спать и не гулять. Так вот, если вы чем-то подобным пользовались или что-то хотите мне посоветовать, поделитесь со мной в комментариях. Если мне понравится ваш коммент, я поставлю вам сердечко. Если будет какой-то вопрос, можете его задать, я вам постараюсь ответить. Если не сразу, то вот в течение того момента, когда будет время, прочитать и ответить. Если хотите поддержать мой канал, то можете это сделать по способам. Переводом на карту через систему быстрых платежей по номеру телефона, который указан в инфобоксе, на ВКПэй или Юмони, которые будут указаны тут, либо тут, ну, короче, где-то тут в облачке. Ну, я скажу вам спасибо. Если не подписаны еще на канал, но вам внезапно зашло это видео, можете поставить палец кверху и подписаться. И всем пока!